Здравствуйте, в эфире новости Дагестана. Меня зовут Фатима Абдулибова. И вот главные темы на сегодня. Очередное отравление и снова угарным газом. В селе Бабаюрт погибли две женщины, а двухлетний ребенок попал в больницу. Дело в трубе, и ее заменили. Власти Магарамкентского района надеются, что аварий на проблемном водоводе больше не будет. Более 8 миллиардов на юбилей. Именно такую сумму на празднование столетия Расула Гамзатова запланировали в республиканском правительстве. На что пойдут деньги, расскажем через несколько минут. В назидание потомкам. В Махачкале отреставрировали памятник известному общественному и политическому деятелю Дагестана Абдурахману Даниялову. Две женщины погибли от отравления угарным газом в селе Бабаюрт, в доме на улице Первомайской. 26-летний мужчина и его двухлетний ребенок госпитализированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Предварительная причина утечки – неправильная установка газового обогревателя. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Погибли мама и тетя двухлетнего малыша. Прокуратура республики проводит по данному факту проверку. Ремонтные работы на водоводе в Магарамкентском районе завершены. Подача питьевой воды восстановлена в тестовом режиме. Об этом сообщили в местной администрации. На место ремонта были приглашены представители завода-поставщика труб для выявления причины постоянного прорыва. Напомним, в декабре прошлого года ветхие трубы заменили. Однако спустя месяц на линии водовода Джипель, Гильяр, Куйсун, Магарамкент, Гапцах произошел прорыв, в результате чего тысячи человек остались без воды. Наша программа рассказывала об этом в подробном сюжете с выездом на место. И вот спустя несколько дней власти заявляют о том, что проблема решается, и вопрос находится на контроле у руководства республики. В Хасавюртовском районе сгорела мечеть. Пожар произошел в населенном пункте Новая Целада. Когда пожарные прибыли на место ЧП, здание было полностью охвачено пламенем. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. Площадь пожара составила 375 квадратных метров. В данный момент устанавливаются причины пожара и размер ущерба. Более 250 школ отремонтируют в Дагестане за 2 года. На это потратят более 6,5 миллиардов рублей. Об этом говорили на совещании в правительстве республики. Капремонт планируют провести в 40 муниципалитетах. Средства из федерального бюджета будут поступать частично. В этом году выделят чуть более 4 миллиардов рублей, а в следующем – 2,5. Глава Кабмина региона Абдулпатах Амирханов обратил особое внимание на необходимость своевременного заключения контрактов по объектам. Как отметил премьер, процедура должна быть завершена к середине марта. Празднование столетия поэта Расула Гамзатова обойдется в более чем 8 миллиардов рублей. Об этом сообщает издание «АИФ Дагестан» со ссылкой на пресс-службу правительства республики. Напомним, во вторник глава Кабмина Абдулпатах Амирханов провел совещание по подготовке к празднованию юбилея народного поэта. Республика будет отмечать значимую дату широко. Запланировано проведение не только культурно-массовых мероприятий, но и реконструкция и строительство различных объектов. На реализацию всего запланированного потребуется ни много ни мало, а более 8 миллиардов рублей. Из них 5 миллиардов – деньги федерального бюджета. Остальные средства будут выделены из бюджета местного уровня, а также из внебюджетного фонда. План празднования юбилея для рассмотрения направят в правительство России. В частности, 650 миллионов рублей у федерального центра планируется запросить на ремонт проспекта имени Расула Гамзатова в Махачкале. Напомним, указ о праздновании в 2023 году юбилея Расула Гамзатова подписал президент Владимир Путин. В Махачкале после реставрации открыли бюст государственному и общественно-политическому деятелю Дагестана Абдурахману Даниялову. На торжественном мероприятии по этому случаю присутствовали глава города Салман Дадаев, депутат Госдумы Российской Федерации Сагит Пашаумаханов, который и был инициатором обращения в мэрию Махачкалы с просьбой обновить памятник.
представители Казбековского района и потомки известного политика. Выступившие отметили серьезный вклад Даниялова в развитие Дагестана, вспомнили его весомую роль в сохранении мира и единства многонациональной республики. Наши простые люди, дагестанцы, получали от него все то, что необходимо, в самое тяжелое время. Я хотел рассказать маленький момент, когда он ехал в Москву именно по вопросу, когда депортировали, уже были высланы некоторые республики, он ехал в Москву и ему дали расстрел на поражение, чтобы он не доехал до Москвы. В этой ситуации он, зная, что его будут убивать, он все равно, рискуя своей жизнью, поехал в Москву, встретился с Берием, Берий его свел с Михаяном, и вот там они его просто щели. Дошло все до Сталина, и решили вопрос, что дагестанцев не будет поселять. На долю Абдурахмана Даниловича выпало, на самом деле, непростое время. Он находился у руководства нашей республики в самые тяжелые времена. И на каждом периоде он проявил себя как талантливый руководитель. Не зря его признают по праву важным, величайшим советским и дагестанским деятелем. Общественным, политическим, грамотным руководителем. Благодаря его умению брать инициативу на себя, благодаря тому, какую ответственность он чувствовал, как достойный сын Дагестана за весь свой народ, мы сегодня можем сказать, что мы бежали именно благодаря ему депортации, как эта участь постигла многие народы. Благодаря его умению, его пониманию экономики было восстановлено и развита промышленность Дагестана. Не только промышленность. Образование, наука. И я думаю, мы просто обязаны были сегодня отдать ему достойную его памяти дань уважения. Мороз пришел ненадолго. Республика оказалась во власти северо-западного холодного циклона. Осадки в виде снега выпали практически по всему региону. Температура опустилась от минус 4 в низменных районах и до минус 12 в горных. Но скоро ожидается потепление. Дагестанский центр по гидрометеорологии дал прогноз на ближайшие дни. По данным синоптиков, холода отступят уже до конца выходных. Температура днем не упадет ниже нуля. Половина Дагестана Приморская оказалась в зоне сухих субтропиков по климатическим параметрам. Да, в один день не будут скачки таких холодных фронтов, которые понизят температуру чувствительно. Вот, например, который вчера на сегодня, ночью, который был. Но оно коротковременное. Сейчас в Приморской зоне сегодня температура повысится до плюс 3-5. В северо-низменных районах от 0 до 3. В предгорье и в горах от минус 2 до плюс 5. В горных долинах может быть чуть больше. И такая погода примерно сохранится в ближайшие дни. Осадка особо не ожидаем. Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом. Об этом сообщает Asian MMA. Экс-чемпион UFC в легком весе прибыл на турнир по смешанным единоборствам в Сингапур. Он должен был быть в углу у бойца Сайгида Изагахмаева. Однако, получив положительный тест, Нурмагомедов был помещен на карантин в свой гостиничный номер. В Махачкале пройдет физкультурно-оздоровительная акция «Знамя ГТО». Ее участники 16 января в воскресенье совершат пеший турпоход на огород Аркитау. Помимо рядовых физкультурников, на утреннюю тренировку выйдут руководители министерств и ведомств, депутаты и титулованные спортсмены. На территории смотровой площадки они проведут зарядку. Акция «Знамя ГТО» была запущена 1 января. Ее цель – пропаганда здорового образа жизни, развитие массового спорта и комплекса ГТО. В спорткомплексе имени Али Алиева стартовали игры 5-го тура чемпионата России по волейболу. Команда «Дагестан» проводит домашние матчи Лиги Б. Накануне в первой игре хозяева взяли верх над лидерами чемпионата из Обнинска 3-2. Ответная встреча пройдет послезавтра. Кроме этого, наших спортсменов ждут две игры с воронежским «Кристаллом» Черкизова. Игры 5-го тура завершатся 16 января. Сейчас наша команда располагается на 3-м месте в турнирной таблице. И на сегодня у нас все. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. Всего вам доброго. До свидания.